Давай, езжай. Всем привет. Мы вышли. Так, вот тут музыканты, смотрю. Какие-то. Что-то, мне кажется, они уже устали петь. Идем посмотреть, шторм нам в море. Волны. Там что-то говорят. За и правда, не знаю, как скупили. В Аграхаб, да, нам далековато в Аграхаб, нам рядышком. Желтые берем, красные. Под дос арбузы. Да сейчас просто везде уже вкусные, бы завозили арбузы. Это как время мы из Нового года брали. Не помню, чьи они там вообще невкусные были. А сейчас уже позавозили вкусные. Тебя Егор очень сильно любит. Спасибо, да? Так, а видите, где все люди? Тут все люди. А там еще кинотеатр открыли, надо будет посмотреть. Может быть, сходим на мультик с тобой в английском и на грузинском. Можно будет сходить взять попкорн, да, Риш? И сходить в кинотеатр. Что-то... А, думала, не работает светофор. Кукуруза. Давай, давай, давай. Выпрыгивай. Держи. Так, сейчас переходим. Вон куча людей. Гранд Молли. Так, нам надо... А сегодня что, воскресенье, да? Я думаю, что такое? А вообще здесь уже поворачивать нельзя. И разворот нельзя. Я понимаю. Дядя нарушает. Что он делает? То, что нельзя тут делать. Развороты, повороты. Угу. Мне просто разворачивать нельзя, знак стоит. Так, надо еще на аквапарк сходить. А то, что там никак добраться до аквапарка, да? Мама, тут... туда. Да, но тучки. Езжай аккуратно. Опустила, что-то опустила, давай. О, мам, смотри. Мам. Вот ему. А, уже работает. Кстати, лучше сходить на 3D-очки Батуми Молл. Не знаю. У нас этот Гранд Молл рядышком. И там вот буквально 25 открыли. А ветерочек хороший. Наверное, волны сильные. Да, пойдем потом в Гранд Молл сходим. Может быть, там все-таки можно самим сделать сладку. Попробуем. Не знаю. Не уверена, конечно. Так, ну что там? Смотрим. А что я вижу? Ничего не... Ну, сейчас посмотрим. В смысле, это где? Это вы где? У вас лето? У нас круглый год лето. Если что, мы в Батуми живем. У нас пальмы, у нас море, у нас тепло. Не, у нас зима есть, конечно, но тут, ну, в принципе, в спортивном костюме, жилетке можно всю зиму пробегать. Так, смотрим. Аккуратно. Так, стоп. Побежали? Побежали. Ну, в принципе, не сильно. Да, пройдемся. Вот хорошую тут сделали набережную нам. Знаете, какая классная набережная. Сделали, отремонтировали. Ну, в принципе, не такие же большие волны. А ну, говоришь, тормози. У меня, если что, корм кошачий только. Так, ну вот смотрите. А, нет. Я что-то пошутила, что маленькие, большие волны. Да, штормит. Ага, и вот эта вот речка, которая вытекает из города, все в море бежит. В общем, да, не волны есть, да. И никто не купается, по-моему, да? Ну да, спасатели гоняют, никого, никто не купается. О, дядя что-то смоет, не смоет. Идет дядик. Что он туда хочет залезть? Ну, чем туда лезть, где полный? Смотри. Не, ну да. А где спасатели? Что я спасатели вижу? Ну, не знаю, где спасатели.